Ассаламу алейкум, друзья, всем доброго времени суток, всех приветствую. В комментариях порекомендовали мне послушать эту девочку. Вы рекомендуете, я реагирую. Спасибо вам огромное за рекомендации, за лайки, за подписки, за комментарии душевные. Блин. Иногда даже удивляюсь, а некоторые там 99% пишут просто офигенные такие душевные комментарии, когда их читаешь, просто, блин, душа радуется, такие все добрые, душевные. Так, у нас Александра Филатова, 14 лет, город Воронеж, «Ты супер», пятый сезон, песня «Улетай на крыльях ветра». Эту песню я слышал, эта песня очень хорошая. То, что я слышал, было круто. Давайте послушаем, что, как поет эта девочка. Очень интересно, но... Забегая вперед, если бы было бы что-то такое себе, я думаю, чтобы вы не порекомендовали мне по-любому. Поэтому я уже ожидаю что-то приятного, красивого, хорошего. Давайте послушаем. Небольшое отступление, ребят, кто не знает... Почему я делаю такой полупрозрачный экран? Это для того, чтобы не прилетало авторское право от канала НТВ. Ну, они такие нудные немножко, НТВшники. Поехали. Да. Музыка та. Очень чистый голос. Кто-то уже нажал? Ну, я бы тоже нажал сразу прям. Прям такой чистый голос. Очень-очень-очень она такой голос. Там нет ни единого лишнего звука, ни хрипа, ни каких-то переменных таких, знаете, до такой степени чистый голос, как будто ручей льется. Очень красиво поет она. Прям голос без острых концов. Oh,
Это не просто красиво, это... Это не просто красиво. Это офигенно, это просто супер. Когда она поет эту песню, разум сразу затуманивается, как будто ты в облаках, как будто тебя вот подняли в облака куда-то, и вот так вот крутит тебя вот так, и ты забываешь вообще, что там где-то земля еще есть. То есть ты отключаешься от вот этого земного быта вообще полностью, отключка идет. Голос такой чистый, без всяких лишних звуков, даже выдыхательный там через микрофон не слышно было, как ей это удается, я не знаю. Но голос очень чистый, без всяких лишних звуков, без всякого искажения, хрипа или еще что-то. Такой невинный голос просто уносит тебя куда-то. Офигеть. Это жестко. Я сейчас посмотрю дальше, что было. Здесь просто отрывок. И послушаю еще, наверное, что сказали. Не сказать, просто здесь нету. Здесь просто идет песня, и дальше все видео кончается. Я сейчас загуглю и посмотрю, что там дальше было. Потому что у меня есть подозрения, но я боюсь ошибиться. Я боюсь ошибиться и сказать лишнего насчет этой девочки. И, наверное... Как посмотрю, сделаю нарезочку и еще раз вставлю. Да, ребят, посмотрел я до конца выступления, загуглил на ютубе, нашел полностью ее выступление. И когда я сказал, что я боюсь ошибиться, я подозревал, что девочка незрячая, но боялся ошибиться. Лучше бы я ошибся, но девочка оказалась незрячей. Очень жалко, очень обидно за таких людей. Очень молодая, красивая, юная, с таким прекрасным ангельским голосом. Оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайки, дизлайки. Ассаламу алейкум, всем мира и добра, всех с наступающим Новым годом. Блин, очень обидно за девочку. Всем пока.